годом! С Новым всех, годом всех любителей! Всех питомцев! С наступающим Новым годом! Спасибо! Спасибо, мои хорошие! Спасибо. Поздравляем приют «Лохматая душа» с Новым годом. Желаем им продвижения в следующем году, чтобы были успехи. Ну и, естественно, денежные успехи, чтобы были. Еще желаем нам побольше помощников. Нам очень нужны руки, нам очень нужна помощь. Нам очень нужно ваше участие. Пожалуйста, не жалейте ни своих сил, ни своих средств, ни своего внимания, ни своих ресурсов. Нам очень-очень нужна помощь. Спасибо вам. А я хочу сказать спасибо огромное, друзья, за дружбу и за то, что вы с нами. Присоединяйтесь, приезжайте, у нас хорошо. Лучше один раз увидеть. Приезжайте к нам, пожалуйста, мы всегда вам рады. Да, он не мешает. Нет, нет, Миша, давай так сюда. Все, я включу. С Новым годом всех подписантов, всех друзей, ну и, как говорится, у кого иное мнение, пусть пишут свое мнение. Мы будем свое мнение. Нам нужны активные люди и в сети, и в реальной жизни. А кто сомневается, пусть приезжает на Киевский вокзал, и пусть приезжает в приют. И вместо того, чтобы писать просто не всякие нехорошие вещи, лучше один раз убедитесь сами. Приезжайте и посмотрите. Поддерживаете? Да, мы поддерживаем, мы уже были в приюте, видели все своими глазами. Друзья мои, мы желаем вам хорошего настроения в новогоднюю ночь и чтобы у вас все всегда получалось. С наступающим Новым годом! Самое главное, в Новом году всем здоровья, побольше сил, чтобы вы про нас не забывали, потому что, конечно, потери какие-то были, но так незначительные в этом году, но следующий, чтобы мы все наверстали. Нам очень нужна помощь, приезжайте, пожалуйста. И все, кто сомневается, приезжайте и посмотрите, как на самом деле обстоят дела. Дорогие любители животных, с Новым годом вас наступающим! Пусть этот год уходит, новый настает, но мы с вами должны помогать приюту и обязательно приезжать на встречу с Валей каждое последнее воскресенье месяца вот сюда, на Киевский вокзал. Валечка приезжает, она со всеми разговаривает, она со всеми улыбается, она вообще душевный человек. Не надо помогать, конечно, потому что приют громадный. Всех с наступающим Новым годом, здоровья, всем мира, добра. И у нас еще человек приехал, Миша. Можешь сразу присоединяться и желать нашим подписчикам. Говори, умничка моя. Внезапно как-то. А ты да, я возьму. Меня тоже шокировали немного. А ты давай, желай. Очень хорошо. Здравствуйте. Очень хорошо. Очень. Вот и держите в руках. Давайте сюда, ребят. Куда? Нет, я захотел с радостью. Там впереди уже все вываливается. Сейчас, ребята. Не, в ноги там уже стоит пакетик. Да. И вот она сейчас пихает. Она сейчас пихает, там впереди все вываливается. Валя, а где ты поедешь, Валя? Я так поняла, тебе места вообще нет. Запихивает, запихивает, а там впереди все сыпется и сыпется. Да, высыпалось, наверное, там мешок вывалился, не? Да, я говорил, тут запихивать, впереди все вываливается. Надо привязывать к капоту. Да. По боку так и все. Валюш, я не знаю, как ты там сядешь. Ну ничего. Вон. С собакой наверху мы поедем. Да. Не закрываем. А вот это? А это вперед поставим. Ну ничего. Да почему нет? А лекарство? Вам надо уже тележку. Анют, да? А лекарство? Да, а можно его вот так? Блин, я еще лекарство. Стой.